От создателей «Все как есть». Путешествие по Белгородчине, которое вас удивит. О чем боятся говорить вслух жители села Ломные? Нас, я не знаю, может, просто это нельзя даже сейчас говорить. И почему они до сих пор живут легендами? Самая безобидная легенда гласит, сюда, на Лысую гору, можно прийти, чтобы якобы узнать свое будущее. Прийти нужно обязательно в полночь. Вы можете не верить, но он крутится. Где в Белгородской области найти точки силы? Ну, тянет меня прям вниз. Смотрите в программе «Места знать надо» на телеканале «Мир Белогорья». Вторник, 3 июня, 20:00.